Внимай! Престольный город Сузы. Встречай того, кому нет равных. Среди царей, мужей державных, правителей и их союзов. Земель окрестных покоритель, вершитель судеб и властитель. Волей небес на то поставлен, могущественнейший и славный. Владыка Мидии и Персии, 130 подвластных областей. Приветствуйте, царь Артаксеркс, с прекрасною супругою своей. Друзья мои, вельможи и князья, цвет нации и слава государства, вас на своем пиру рад видеть я. Веселье час! О, царь, вовеки здравствуй! Есфирь, моя прекрасная царица, и я желаем в час вечерний сей вам от души поесть, повеселиться! Царю с царицей долгих жизни дней! О, царь, с тобою быть вместе я везде готова. Признайся все ж, к чему затеян пир? Царю для празднеств разве нужен повод? Однако ж ты права, моя Есфирь. Не зря я всех собрал. Друзья мои! Хочу вам сообщить свое решение. Время летит, другие нынче дни, и требуют они своих свершений. Я очень благодарен вам за службу, за верность на полях сражений. Но нынче мир, и мне сегодня нужен советник с гибким деловым мышлением. Избрать достойного мне трудно, право, но все же я все за и против взвесив, избрал Амана, сына Амадафа. Он, думаю, один достоин этой чести. Ко мне скорее, друг мой, подойди и рядом сядь. Отныне бремя царства с тобою вместе будем мы нести. Великий царь, вовек живи и здравствуй! Воистину ты мудр и справедлив, и твою волю я готов принять. Старания и силы приложив, доверие твое, чтоб оправдать. Склонитесь все перед лицом Амана. Отныне он второй после царя. И честь ему оказана должна быть. Сегодня постанавливаю я. Затанцую минуэт я, что же делать, когда музыка взрывает счастье мост? Затанцую минуэт я, слава, где ты, приходи, тебя жду. Затанцуй минуэт ты для Амана, он достоин этой части малы. Затанцуй минуэт ты, твой запрет и веселись. Все вокруг знайте, всему привыкайте. Согласны или нет? Честь Аману будет, поклонитесь, люди. Согласны или нет? Посмотри налево, посмотри направо. Танцуй там и тут. Короче, браво! Аман рут! О боже, что же это в самом деле происходит? До сумасшествия безумия народ доходит. Ты успокойся, дорогая, будет все нормально. На это место подхожу лишь только я, реально! Затанцуй минуэты для Амана. Он достоин этой части малы. Затанцуй минуэты,
не главный я, советник приближенный, вы подчиняйтесь мне. А если среди вас ума лишенный, попробуй только не. А ну-ка, слуги, побыстрее сюда, ко мне скорее, моя свита. Теперь не просто мы семья, я вам скажу, элита. О боже, что же это в самом деле происходит? До сумасшествия, безумия народ доходит. Ты успокойся, дорогая, будет все нормально. На это место подхожу лишь только я, реально. Затанцуй минуэты для Амана, он достой этой части малы. Затанцуй минуэты, танцы прям веселись. Затанцуй минуэты для Амана, он достой этой части малы. Затанцуй минуэты, танцы прям веселись. Затанцую минуэт, я что же делать, когда музыка взрывает счастье мост? Затанцую минуэт я, слава, где ты, приходи, тебя жду. Затанцуй минуэт ты для Амана, он достой этой части малы. Затанцуй минуэт ты, танцы прям ты веселись. Слава, где ты, приходи, тебя жду. Что ты стоишь, как столб? Склонись скорей, пока Амана взор в других нацелен. Не пред одним из смертных я людей не преклоню вовек свои колени. Или не в своем уме ты, Мардахей, чтоб царское нарушить повеление? Пред Богом я стою, я иудей. Лишь Господу живому поклонение я буду воздавать, пока дышу. Кто мне Аман? Что мне его запреты? Я наказание, смерти не страшусь, ведь Бог со мной, и лишь ему я предан. Я не пойму, он надо мной смеется? Такая дерзость выше всех границ! Все остальные предо мною низ, а этот встал и даже не согнется! Кто он такой? Да как он только смеет моей персоной так пренебрегать? Быть может, нам выскочку Мардахея взять и по-тихому Аману сдать? Тогда посмотрим мы, что он за птица, насколько Божьей он рукой храним. О, господин, позволь нам обратиться. Мы нечто важное сказать хотим. Ты знаешь, как тебя все уважают и воздают тебе хвалу и честь. Но среди нас один предатель есть. Тебя не чти, указ не исполняет. Он, видите ли, из Божьего народа, кто свой закон блюдет лишь иудей. А наш закон ему не писан в роде. Страх потерял совсем уж Мардахей. Скажет, что Аман гордый был когда-нибудь, завистником презренным, змеей, людьми растоптанную в жире, песок и пыль грызущую бессильно, но никто! А ныне сам скажу, я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую! Словно нож в сердце мне вогнал, и навеки мой покой он отнял. А слава! За все заплатит, я же славой очарован. Хочу я власти снова, жизнь мою разрушил разом, и я теряю разум. Жжет в груди зависти моей, мотив словно огонь, душу пожирает, как
ты чувствую дыханье. Что вмиг отключит сознание. Все теперь не будет прежним. Прощай, свет их надежды. Боль моя исчезнет разом. Победы чувствую дыханье, чтобы вмиг отключить сознание. Пожирает, как отрава, убивает. Это страх, и пускай его лицо в слезах. Пусть не беда, боль мучения ему без пытки, не прощения. О, муж мой, что с тобою происходит? Ты просто весь кипишь от возмущения. Душа моя покоя не находит. Отмщенья жажду. Требую отмщенья. Как этот жалкий иудей посмел ко мне так отнестись с пренебрежением? Похоже, за живое он задел. Поверь мне, нет ему теперь прощения. Но Мардохея одного сгубить мне мало. Сердце жаждет мести большей. Хочу весь род его я истребить. Всех иудеев с корнем уничтожить. И вот уже созрел коварный план. Его скорей царю представить надо. О, будешь ты сполна отмщен, Аман. И не найти врагам твоим пощады! Живи вовек, мой господин! Твой лик всегда пусть будет светел! Тебе я рад, Аман, входи и новости свои поведай! У ног твоих востока страны, народы их твои рабы, готовы верно, непрестанно служить тебе. Ах, если бы ты мог меня, о царь, послушать. Ты для доклада нынче зван. Так говори, друг мой Аман. Царь, власть твою нельзя разрушить. Для всех народов ты отец. И чтят тебя, поверь, недаром. Дозволь сказать мне слов лишь пару. Да говори же, наконец. Я по делу прошу, вы позволите сказать, всем нам на виду нагло стали восставать, против восставать. Есть в земле твоей царь, мелкий пакостный народ, не чтит он тебя, не по правилам живет. Бунтует у ворот.
я пылаю, я сгораю ревностной страстью, закон защищаю, лишь справедливости жадно желаю. Царя почитаю, люблю, уважаю, казнить умоляю. Неверных изменников царства, презренных, если угодно. Мое слово лишь прикажи, все будет готово. Непослушных, непокорных стернем, накажем. Подчиниться власти должен каждый однажды. Да, здравствует и процветает. Царя, ты возьми Аман и прикажи разослать мой указ скорей гонцам, чтоб вмиг по областям. Не позволю в своем царстве нагло так не покоряться. Будет наказан и казнен, кто царю не подчинен. Согласен, внимаю, совсем соглашаюсь, исполню все точности, не сомневаясь. Давай же, скорее к делу. Непослушных, непокорных стернем, накажем. Подчиниться власти должен каждый однажды. Да, здравствует и процветает царство, все враги подуже низ. Непослушных, непокорных стернем, накажем. Я, мой царь, поспешу, утвердить. Врагов погублю, в твоих землях им не жить. Сжечь и разорить. Убить, погубить, уничтожить, терзая, чтоб страхи и ужасы тяжко страдали, боялись, меня боялись. Да! Непослушных, непокорных стернем, накажем. Подчиниться власти должен. Царь Артаксеркс, владыка мира, начальником по областям, сатрапам царским и князьям, в своих народах знаменитым, следующий дает указ. Не тратя слов и время даром, в назначенный жребием час, в тот день 13-й Адара, расправу нужно учинить над всем народом иудеев. Неважно, женщины или дети, всех разом нужно истребить. А вам в награду и для рвения, и пусть вас жалость не гнетет, имущество все и имение, пусть их убивший заберет. В знак того, что приравнен он к законам Мидии и Персии, и быть не может отменен, скреплен указ сей царским перстнем. Пред тобой, Господь, стою я, так скорбит моя душа. Над твоим народом кружит ворон черный без конца. Надев одежды для печали, посыпав пеплом голову, твоего лица ищу. Я к тебе взываю, Боже, ты прими мольбу мою. На тебя я уповаю, яви милость дивную, простри же руку с высоты и защити. С
свой народ Господь спаси. Избавитель Бог спасенья, воссияй над нами, Бог. Только Ты есть солнце правды, свят исцеление в лучах Твоих. Над судом Ты милость превознес, в тени крыл Твоих укроешь свой народ. Ты благой спаситель. Ступись, Господь, в тяжбу с врагами, прегради оману путь, от рук гонителей избавь, пусть страхи от Тебя бегут. Благословен Господь, хранящий свой народ. Ты из рода в род, избавитель Бог спасенья. Воссияй над нами, Бог. Только Ты есть солнце правды, свят исцеление в лучах Твоих. Тревожно что-то мне. Я до зари проснулась. Скажи, что за волненье и что за шум стоит? Так это Мардохей. Как сердце встрепенулось! Он в рубище и пепле, там, у ворот лежит. Пойди же к Мардохею и все узнать попробуй. Зачем он так безумно ведет себя теперь? И что могло случиться? Ты хорошо проверь, пусть он придет. Расскажет мне о своих тревогах. Ушла служанка. Сердце стучит еще сильней, и каждая минута становится длинней. Приветствую тебя, о Есфирь, моя царица. Но не в час мира пришлось к тебе мне обратиться. Послушай, иудеев должны всех истребить. Должна ты умолить царя о том, чтобы он помиловал народ. Без приглашения? Кто ж к царю идет? Сегодня 30 дней, как царь не звал меня пойти незваным гостем? Так это смерть моя! Так, может быть, на это избрал тебя Господь? Поставил быть царицей, чтобы спасти народ? Пришел твой час, племянница Гадаса. Гадаса. Давно отвыкла на это имя откликаться. Настало время вспомнить и имя, и родство.
Аман хитер, коварны все замыслы его. Не думай, что одна ты спасешься в царском доме. Сегодня твое время, и это Божья воля. Я расскажу тебе, как наш Бог велик. Услышь слова мои и сердце распахни. Взгляни на звезды, небеса и на луну, на творение красоту. Как постичь и как познать его пути? Все совершенство и премудрость как вместить? Где были мы, когда Бог землю сотворил, облаками ее покрыл? Избрал тебя Господь царицей стать в час злой, но ты в нем душу успокой. Смотри же, тьма ушла, рассвет грядет, надежды свет, этот свет спасения и жизни. Сияет солнце, луч сквозь облака, теплом любви этот день спасения и мира. Тому, кто любит, ты доверься, не бойся, но надейся. Господь Создатель, кто укажет ему путь? И на его престол кто может посягнуть? Раскинул небеса подобием шатра, из уст его дышит истина. Избрал тебя Господь царицей стать в час злой, но ты в нем душу успокой. Смотри же, тьма ушла, рассвет грядет, надежды свет, этот свет спасения и жизни. Сияет солнце, луч сквозь облака, теплом любви этот день спасения и мира. Тому, кто любит, ты доверься, не бойся, но надейся. Тьма ушла, рассвет грядет, надежды свет, этот свет спасения и жизни. Сияет солнце, луч сквозь облака, теплом любви этот день спасения и мира. Тому, кто любит, ты доверься, не бойся, но надейся. Коль промолчишь, Есфир, теперь, внимая страху и сомнению, то знай, другая будет дверь открыта Богом к избавлению. Но ты, где будешь ты тогда, отвергнув нынче
Божью волю. На царском села ты престоле в такое время неспроста. Сердце застыло, а душа в смущенье. Как нелегко принять это решение. Скажи, пусть иудеи постятся за меня, а я и мои слуги в посте будем 3 дня. Хоть против всех законов, но после будет видно. Предстать во имя Бога пойду я пред царя. И даже если суждено погибнуть, то погибну. А если скипетра коснусь, то воля, Бог, твоя. Твоей, мой Бог, взываю, спаси и сохрани меня и свой народ. Как движутся дела, Аман, поведай. Чем можешь ты порадовать меня? Живи вовек, мой государь. Поверь мне, все с нетерпением ожидают дня, когда разделаться смогут с врагами, твоими, царь, и государство в целом. Никто не сможет устоять пред нами. Смотрите, кто там? Как она посмела? Непрошенная гостья у царя. Прости, мой царь. Есфирь? Да, это я. Закон нарушить, как она решилась? Что скажет царь? Критический момент.
прострет ли скипетр к ней, даруя милость? Или погубит, осудив на смерть? О, как же рад тебя я видеть! Подойди! С любою просьбою ты можешь обратиться. Отдам до полуцарства. Что хочешь, говори. Исполню я все для тебя, моя царица. Хочу я завтра видеть на пире у себя тебя, о господин мой, и знатного Амана. И там скажу тебе свое желание, не тая. Открою тайну сердца без всякого обмана. Да будет, царица, по слову твоему. На праздник твой с Аманом завтра я приду и жду минуты сей с огромным нетерпением. О, госпожа, польщен я этим приглашением. Дела все мы отложим на потом. Сейчас я к ним не расположен вовсе. Ступай, Аман, и к пиру приготовься. Увидимся за праздничным столом. Какие вести, муж мой, из дворца, и чем сегодня царь тебя отметил? Жена, поверь, счастливейшим на свете я мог бы быть, ведь просто нет конца потокам царских милостей ко мне. Он дал мне все, и славу, и богатство. Фактически я управляю царством, и быть довольным можно уж вполне. Из всех вельмож завтра радовать пиром срем лишь меня пожелала царица. Но нету еще совершенного мира, и сердце не может вполне веселиться. От чести мне оказанной хмелея душа готова в небо вознестись, но повстречав лишь только Мардохея, душа летит тотчас же камнем вниз. Я богат, я велик, и столь многого достиг. Возвеличил царь, вознес меня, посмотрите, как успешен я. Но шот в груди, я должен отомстить. Съедает злость меня живьем, враг мой вскоре будет покорен. Надо сделать так. Скажи царю, как важно погубить к утру всех тех, кто мог, и в этот раз совсем не чтут царя указ. Пусть повешен будет вскоре тот, кто не снимал пред самых главных. Пусть страдают он от боли, и свершится наш коварный план.
Пусть иудей тут тебя не смущает. Мы провернем дело быстро и ловко. Царь же расправу тебе разрешает, так что поможет нам столб и веревка. Завтра с утра ты спросишь приказ, и Мардохея повесят к обеду. Распорядись о столбе ты сейчас, а у царицы отпраздную победу. О, твоему коварству нет предела! Любой бы позавидовал злодей! Но мне весьма по нраву это дело! Прощайся с жизнью, дерзкий Мардохей! Сон от меня бежит сегодня. Глаз до зари не смог сомкнуть. Как будто что-то происходит, но не могу схватить я суть. Вокруг все безмятежно тихо. Что ж мне тогда мешает спать? Что это? Памятная книга событий? Стоит почитать. В день сей два евнуха-злодея царя пытались погубить. Но план их скрыт был Мардохеем, и царь велел врагов казнить. Как наградили мы героя, который жизнь мне сохранил? Никак? Да что это такое? Он честь по праву заслужил. Нет силы ждать. Хоть слишком рано я должен что-то предпринять. Эй, слуги! Во дворец Амана немедленно ко мне позвать. Мой господин, вовек живи. Аман уже стоит у двери. Уже? Ушам своим не верю. Ну что ж, раз он пришел, зови. О, царь мой, я прошу прощения за это дерзкое вторжение в столь ранний час. Скажи, Аман, когда приказ тебе был дан честь оказать кому-то, что бы такое сделать ты сумел? Чем наградить его велел? Какой воздать почет особый? Вот это поворот! Кого же намерен славно царь почесть? Меня! Иного быть не может! Лишь я достоин славы здесь! О! Коли я бы был способен, совсем как царь, не сгоряча, почет бы оказал особый, одел бы царского плеча. Немедля, среди бела дня, я для почета б усадил верхом на царского коня, который под тобой ходил. И пусть возьмет его за повод вельможа царский, самый важный. С ним обойдет престольный город и благость высшую окажет, выйдя на площадь городскую, пусть для народа прокричит: «Вот честь царь воздает какую тем, кого хочет отличить!» Мне нравится твоя идея. Все, что сказал ты мне, запомни. И также в точности исполни. Кому? О, царь мой! Мардохею. Уж много лет подряд покорно сидит он у моих ворот. И торопись, Аман, ведь скоро царица нас с тобой ждет. Какой позор! Какое унижение! Прислуживать презренному врагу! Рвать и метать готов! Но, к сожалению, царя слушаться я не могу. Царица, я благодарю тебя за пир. Присыщен я чудесными дарами. Прошу, теперь откройся перед нами. Чего ты хочешь, о моя эсфирь? Что за желание в сердце у тебя? Желание великое такое, что ты рискнула жизни, не щадя, незваная войти в мои покои.
Проси, что хочешь, о моя царица. Я обещал полцарства дать тебе. Скажи, и это вмиг осуществится. Нет, царь, совсем не это нужно мне. О, если я нашла благоволение в глазах твоих, прошу, вели отдать по всей земле такое повеление, чтоб жизнь мою никто не мог отнять. Даруй жизнь мне и моему народу. Ведь не смогу я жить, когда мой род на истребление и погибель продан. О, царь, пусть твоя милость нас спасет. Если бы нас продали как рабов, поверь, мой государь, я бы смолчала и беспокоить бы тебя не стала. Но ныне защити нас от врагов. Мое сердце тебе, мой царь, сказать хочу, открыто душу изливая, историю свою я расскажу. Твоей супругою желанной я стала волею Творца, предстала пред тобою бранной, страшась, волнуясь, чуть дыша. Меня ты принял и любовью в тот миг наполнилась душа. Твой взгляд пронзительный и нежный, отныне я твоя раба. Родной мой покровитель Мардохей, он как отец, как друг и мой наставник, сердечно, преданно служил тебе, хотя в земле сей он только странник. Не случайно, так сам Господь решил спасти народ. Я, что от роду была печальной, в плену росла, чуть не забыв свой род, но час настал и сильно. Поэтому, мой царь, к тебе мое прошенье я сердце излила, чтоб ты услышать смог. Открой сейчас рабе твоей свое решенье. Не за себя прошу, за свой народ, свидетель Бог. Мне мало стало воздуха и света. Какой жестокий и коварный план! Где он? Тот, кто посмел вдруг сделать это? Он здесь! Противник наш! Злобный Аман! Аман? Но как? Так вот, что ты замыслил! Ты все про иудеев нагло лгал! Решил меня лишить моей царицы? Но сам ты в западню свою попал! Охрана!
пощади, мой господин! Прошу! Против царицы ничего я не имею! Тебе я предана душою всей служу! Скажи, не ты ли решил повесить Мардохея, кто от врагов на днях царя жизнь сохранил? Тому, кто царской почести был удостоен, позорный столб с веревкою ты приготовил, ведь так ты от него избавиться решил! Власть, видно, голову тебе вскружила, что стал ты свое место забывать. Но я все по местам расставить в силах. Как дал я власть, так и могу забрать. Схватить всего предателя немедля. Я не намерен наглости терпеть. Накинуть на Амана шею петлю, что Мардохею он хотел надеть. Прости меня, моя супруга, я словно одурманен был. И так хотел я видеть друга в том, кто мне в спину нож вонзил. Правда открылась, повелитель. Аман повешен, но закон ужасный тот не отменен, что обрекает нас на гибель. Ты протяни свой скипетр снова и милость мне свою яви. О, царь! Промолви только слово, указ ужасный отмени. Я слово дал и не забуду. Хотя Аман уже убит, указ разослан был повсюду, отмене он не подлежит. Но верю я, что мы сумеем народ твой уберечь от бед. Эй, там, позвать мне Мардохея, с ним будем мы держать совет. Мира тебе желаю, царь мой, и за оказанную честь тебе я очень благодарен. Теперь не раб, а друг ты здесь. Раскрыл ты заговор ужасный и спас меня от смерти страшной. Друзей не забываю я. Мне очень много про тебя Есфирь сегодня рассказала. О, царь, пора теперь настала, не тратя даром лишних слов, спасать народ наш от врагов. Ты, Мардохей, и тверд, и честен, не знаешь страха пред людьми. Возьми себе с печатью перстень, что снят с Амановой руки. Любой указ, им закрепленный, никто не сможет отменить. Ты можешь сам теперь решить, что сделать, чтоб народ спасен был. Хвала Создателю Вселенной, что вопль услышал наш с небес. Такую мудрость дал тебе и не спаслал нам подкрепление. Одним решительным ударом в пределах всей нашей страны в тот день, 13-й Адара, враги все будут сметены, и будет праздновать спасение из века в век, из рода в род, за благодать и избавление Бога хвалить, Его народ! Ликуй, народы, празднуй, наш Бог живой. Веселье, день и счастье, наш Бог благой. Давай танцуй смелее, Господь наш верен. Он поразил злодея, чудо для народа сделал. Слава царю царей, воскликнем еще сильней. Слава царю царей, слава! Танец ты обращаешь слезы народа, милость твою являешь, последний невзгоды во имя. Танцуй, Господь наш правит, своих Он не оставит. Ликуй, народ, и празднуй, наш Бог живой. Вовеки Его царства, наш Бог благой. Тебе одно спасение и жизнь и свет. Мы верим без сомнения, Бога другого нет. Слава царю царей, воскликнем еще сильней. Слава царю царей, слава! Танец ты обращаешь слезы народа, милость твою являешь посреди невзгоды. Во имя твое святое веруем, ликуя. Танцуй, Господь наш правит, своих Он не оставит. От зла нас избавляет, церковь созидает.
оставит, своих он не оставит. Конец ты обращаешь слезы народа, милость твою являешь посредине взгоды. Во имя твое святое веруем, ликуя. Танцуй, Господь наш правит, своих он не оставит.